Годовая инфляция в Беларуси снизилась до 6%. За счет этого подешевели продукты, бытовая химия, топливо и услуги связи. Это стало возможным благодаря внедрению новой системы ценообразования. Показатель роста цен падает 8-й месяц подряд. При отсутствии шоковых ситуаций для экономики страны, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение стоимости товаров. В МНС напоминают, ИП необходимо уплатить подоходный налог с физических лиц. Декларацию важно предоставить не позднее 20 апреля, а уплатить сбор нужно до 22 числа. Так как это выходной день, возможность оплаты продлевается до 26. Подробности можно узнать на официальном сайте или в ближайшей инспекции. Голь на выдумку хитра. Бобручанин взял в аренду игровую приставку почти за 2000 рублей, но назад не вернул. Обманщиком оказался 21-летний парень, который был должен денег другу, поэтому занес чужой девайс в ломбард, а вырученные деньги отдал знакомому. Когда хозяин приставки потребовал свою вещь назад, хитрец перестал выходить на связь. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. С начала года в Могилевской области произошло свыше 80 палов травы, площадь более 17 гектаров. Зачастую всему виной человеческая беспечность. Поджигатели не учитывают силу и направление ветра, что делает возгорание неконтролируемым. Пламя, в свою очередь, может перекинуться на ближайшие постройки. К тому же зола вредит почве, убивая все живые микроорганизмы. Около 270 тысяч человек примут участие в республиканском субботнике в Могилевской области. В Бобруйске жители будут помогать в строительстве одноквартирного жилого дома для семьи, которая воспитывает детей-сирот, и ребят, оставшихся без попечения родителей, благоустраивать территорию Бобруйской крепости и мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев, высаживать аллеи в городском парке семейных деревьев.